мои дорогие, с вами Оксана, и сегодня я предлагаю вашему вниманию видео, посвященное посылкам и тем вещицам, которые я заказываю на Алиэкспресс. И тем, кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь, девчонки и мальчишки. Сегодня хочу показать вам две вещицы, которые вы можете также заказать на Алиэкспресс, ссылки оставлю. И первая вещица, конечно, которую вы успели заметить у меня на столе, это гирлянда для декорации, которую можно поместить в любую прозрачную банку, колбу, бутылку. В общем, выглядит это все вот таким образом. Поместила я эту гирлянду в такую прозрачную вазу. На дно вазы я уложила бусики для того, чтобы немножко замаскировать сам выключатель. И давайте поподробнее покажу, как это все выглядит. На самом деле, эта гирлянда пришла, она мне хорошо упакованная, никаких претензий по упаковке не было. И выглядит она вот таким вот чудесным образом. Сам выключатель, в общем, вот так вот она выглядит. Гибкий такой проводочек тонкий. Есть выключатель, работает эта штука на батарейках. Так вот выключаем, так вот включаем, хорошо выключается, включается. Имеется также батарейка, можно заменить. В комплект шла батарейка уже вот упакованная. То есть мне оставалось только нажать на кнопочку и поместить в какую-то емкость. Вот так вот это выглядит. Ну, вполне так симпатично. Думаю, что на сайте можно найти различного цвета. У меня вот красненькие эти огонечки, гирлянды. Есть там и зеленые, и желтенькие. Если, скажем, несколько штук заказать и в одну прозрачную вазу поместить, будет еще веселее. В общем, вот такую штуку вы можете заказать на Алиэкспресс. Стоит она там что-то даже меньше доллара, что ли. В общем, можно для декорирования помещения заказать несколько вот таких вот штучек. Пусть она вот так вот украшает интерьер нашего видео. Так, второе, что хочу показать вам, это модульные картины. Вот так вот хорошо упакована ко мне пришла эта картина модульная. Давайте отодвинем, чтобы не опрокинуть случайно. Конечно, если покупать модульную картину в магазине, там цена совершенно другая. Там я посмотрела цены, начиная от 2000 и выше. Вот такую картину можно заказать за 10 долларов стоит вот эта картина. Ну, порядка 600-700 рублей. Это три картины. И сейчас я покажу, как это все выглядит. Это картина в черно-белом варианте. Вот так вот давайте покажу. Как вы видите, лощеное такое полотно. Изображение моста. И это вот одна часть картины. Сейчас покажу вторую часть картины. И вот так вот это все выглядит. Полотно лощеное, слегка с блеском. Печать качественная. Все детали очень хорошо отпечатаны. Вот вторая и третья часть этой картины выглядят вот таким вот образом. Вообще, качество отличное, девчонки, мальчишки, и большой выбор именно рисунков. Я вот заказала в таком черно-белом цвете, еще несколько картин я заказала в цветочном варианте. Рисунок тоже, это модульные картины. В общем-то, теперь буду заниматься изготовлением рамок. Муж обещал мне сделать рамки. Натяну и повешу на картину. Конечно, в своих дальнейших видео я обязательно вам покажу вот эти картины в готовом виде. Естественно, можно заказать там несколько картин одного формата. Есть картины разного формата. Кстати, скажу, вот именно вот это вот черно-белое, модульная картина, там на этом сайте у этого продавца присутствует в нескольких вариантах
размера. То есть вы можете заказать разного размера, посмотреть по тем параметрам, которые вам нужны, и, в общем-то, заказать вот такие модульные картины у этого продавца в огромном качестве есть. Там, кстати, скажу, девчонки-мальчишки, есть и модульные картины для детских комнат. В общем, огромнейший выбор. Ссылку оставлю на этот магазин, где можете подобрать на свой вкус модульную картину. Так, давайте распакуем следующую посылку. Эту посылку я еще не распечатывала. Давайте вместе с вами посмотрим. На самом деле я не знаю, что находится в этой посылке. Сама люблю, конечно, я смотреть распаковку посылок. Тоже интересно, что присылают другим блогерам для обзоров. То, что я сегодня вам показываю, возможно, кто-то не знает. Эти посылочки мне присылают для обзора. Так, в общем, вот такая вот коробка. Вот ногами. Ничего страшного. Давайте вот так перевернули. Тут коробочку. Вот так вот эта коробочка выглядит. И в этой коробке... Так, я уже, кстати, от этого продавца получала босоножки. Девчонки, возможно, кто-то видел. Ну, давайте покажу следующее. Вау, вот это да. Вот это красотень. Это такие ботильоны. Конечно, это искусственная замша такого яркого синего цвета. Запаха никакого нет, девчонки. Классные. Так, написано 37 размер. Так вот они выглядят. В примерке, конечно, я вам покажу примерю. Каблук высокий. Все аккуратно выполнено. Никаких капелек, ни клея, ничего я не обнаружила на первом ботиночке. Внутренняя часть выполнена из такого утеплителя. Конечно, искусственный материал, но выглядит здорово. Давайте распакуем второй ботиночек. Продавец очень тщательно упаковал. Как вы видите, каждый ботильончик в отдельном мешочке находится. И вот так вот это выглядит. Тоже очень аккуратно все это выполнено. Ну, классно. Размер 37 я уже вам сказала. И давайте, девчонки, покажу, как эти ботильончики в реальности выглядят. Цвет камеры очень хорошо передает. Цвет ультрасиний, яркий довольно-таки. Каблук на самом деле высокий, но устойчивый. Выглядит очень шикарно. Каблук тонкий, как видите, носочек острый, но не длинный, не удлиняет саму стопу ноги. Очень мягкие сами по себе. Стелька у этих ботильонов тоже очень мягкая. Чувствую я себя в них комфортно. Колодка удобная, хотя и высокий каблук. Нога себя чувствует в этих ботильонах комфортно, как я уже сказала. Вот такой вот высокий каблучок. Классическая моделька. На сайте у этого продавца были различные расцветки. Сама часть около щиколотки довольно-таки широкая. Очень хорошо подойдет девчонкам, у кого полные ножки. И сама эта часть, она очень мягкая. Есть еще вот такой зазор, как вы можете заметить. И также у девчонок, у кого тоненькие ножки, тоже не будет болтыхаться. Внутренняя часть имеет стельку очень мягкую. И утепление тоже у этих ботильончиков есть. Сама ткань, сам материал, из которого ботильоны выполнены, довольно-таки мягкие. Они очень-очень мягкие и комфортные на самом деле. На сайте у этого продавца были различные расцветки, вообще огромный ассортимент в цветовом смысле. Были и черные, и розовые, и бежевые, и рыжеватый оттенок был. И вот такие яркие оттенки тоже представлены. Можно выбрать на любой вкус. И несколько вариантов цветового
можно выбрать. Вот так они выглядят. Так, открываем следующую посылочку. Уже разрезала я ее. Давайте достанем, посмотрим, что тут. Это ремешки для часов. Заказывал я эти ремешки тоже на Алиэкспресс. Ссылочку оставлю, можете зайти посмотреть. Вот так вот они выглядят. Кстати, у этого продавца ремешки были с различными рисунками. У меня вот такой рисунок цветочный. Эти вот пазы для того, чтобы вставлять в часики. Для разнообразия можно заказать различного стиля эти ремешки. Все швы аккуратно прошиты. Часть для крепления тоже качественно выполнена. В общем, буду теперь менять ремешочки на часах. Часов у меня довольно-таки много. И вот в таком стиле у меня еще нет ремешочков. Посылка быстро дошла довольно-таки. На сайте можете зайти, посмотреть. Вот такое чудо можно найти на Алиэкспресс. Ссылку оставлю. На этом все, мои дорогие. Надеюсь, что видео вам понравилось. Вы с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.